Многотысячное шествие, приуроченное к 27-й годовщине трагических событий в городе Хаджалы на Горном Карабахе, состоялось во вторник в столице Азербайджана. По улицам Баку от главной площади Азадлыг, что переводится как «Свобода», до памятника жертвам хаджалинских событий прошли, по разным данным, от 10 до 50 тысяч человек. По окончании шествия президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил к мемориалу венок. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 армянские вооруженные формирования начали штурм Хаджалы. Во время штурма и после него были ранены, погибли или пропали без вести сотни мирных жителей. В разных источниках называются цифры от 485 до 613 человек. Армянская сторона утверждает, что колонна мирных жителей была расстреляна на территории, которая тогда находилась под контролем азербайджанских формирований.